И вот и мы едем на Монетный. Логист сдал очередную загрузку. Но просто так, блин, не получается, как всегда. Было два пути. Один шел по асфальту, но мимо деревни. А второй был через деревню. Нам нужен молоко. Купить молочка. Потому что я как теленочек люблю молочко. Ну и вот теперь, видите, куда мы заехали. Вон асфальт осталось 100 метров. По каким-то... На букву Е. А человек, который за рулем, на букву Л. На лыжах, короче. Это я. Обратно не захотел ехать, чтобы вернуться сюда. Пришлось это... Начудить здесь. Ну вот вроде асфальт. Встретили какую-то глухонемую бабку. Она говорит... Направо, направо, там асфальт везде, доедете. Ну вот, едем направо. Грузимся мы. Поверните направо. Вот даже этот шайтан проснулся. Грузимся мы, короче, гранитом в Екатеринбурге. И везем мы опять в Москву. Так что как-то так. Добрый день, дорогие подписчики! Сегодня этот ролик запишу для вас я, жена Виктора, решила с ним съездить в рейс, так как дальнобойщиков работа такая, что мы не часто все видимся. Жены и дети скучают, и лето для нас какая-то отдушка, когда мы сможем с ними съездить и прокатиться. Сегодня мы грузим вот такие блоки, бордюрная плита, повезем мы ее в Москву, грузим мы в поселке Монетка. Рейс наш тот закончился, мы выгрузились в Екатеринбурге. Ну вот сейчас, может быть, я попробую снять вам загрузку. Не знаю, как получится, потому что я, в принципе, особо не специалист. Но попробую вам рассказать. Грузим мы вот таким краном. Машину я расцентовал. Вверх требовалось расцентовать. Кран, как видите, интересный. Прикольный, старенький. Вот они цепляют вот эти вот блоки, поднимают и затаскивают их. Там в кузове ребята, вот они командуют. Вот так они, вот так происходит погрузка. Ну, наверное, ребятам не очень легко работать с этим краном. Трудно? А? Тяжело? Работаете? Я на нем не работаю. Не работаю. Не очень хочет разговаривать. Ну, вот так. Вот такие вот огромные глыбы мрамора, из которых они пилят. Вот там, вы видите, там цех, где происходит расщеловка. Там сом большой, ну не знаю, видно там или не видно, там огромная такая пила, в которой течет вода. Наверное, ей вот пилят вот так вот. Все это вот так происходит. Ну вот, как-то так загрузят нас, и мы поедем на Москву. Срок у нас немножко коротковат, если придется, наверное, спать немного. Совсем не выспится опять. Опять, наверное, придется захватывать ночь. Сюда ехали, ночь захватили и обратно. Ну, так уж распоряжается заказчик. Вот, сейчас вы видите, отцепили. Кран поднимается. Ну, вот, выключили пилу. Сейчас потише. И сейчас можно опять показать вам погрузку. Вот сейчас опускает кран. Тут такелажник зацепит нам эти плиты бордюрные. И потащит их... кузов грузить. Вот ребята грузят дружно, вот кричат: ты смотри аккуратно, борта смотри, не задень, не поломай ничего. Ну, вот все вот это происходит вот таким образом. Ну, говорят, что работать неплохо, правда, не хотят говорить на камеру. Вот он зацепил, сейчас он все проверит. И наши блоки
поедут вверх. Это указание крановщику последнее, куда нужно тянуть, куда нужно ложить. Натяжка. Все, майна. Все, поехали. Поехали. Крановщик поднимает наши камушки. Бордюры поддерживай, чтобы не задели. Вот, вы слышите, кричат ему, поддерживай бордюры, чтобы ничего не задели. Все, аккуратно происходит. Все, дружно. Бригада такая, 5 человек, дружная. Кран, правда, интересный, сзади там стоит он человечек, вы его видите. Он там чего-то нажимает, что-то там не получилось. Вирус завис, он что-то там переключил сзади, и мы поехали дальше. Ну вот, что-то опять встали. Говорит, давай, все, дальше поехали. Пока поднимаем, пока ничего никуда. Теперь вот почему-то опускаем, то поднимаем, то опускаем. Ну, кран, в общем, веселенький, исторический. Вот. Ну, для жен дальнобойщиков хочу сказать, что у их мужей определенно очень тяжелая работа. И им сложно, ну, денежки зарабатывать для семьи нужно. Я вас уверяю, что все они скучают по детям и по семье, спешат домой. И не всегда хотят уезжать в рейс. Нам достался точно веселенький. Вот вы видите, там 2 человека пытаются его упорно сзади переключить, сделать так, чтобы он нам все-таки каким-то образом завез груз в машину. Но он все как-то сопротивляется нашей ретро и не хочет работать. Ну вот посмотрим, сейчас еще одна попытка. Нет. Ну вот, хотим немножечко продолжить. Осталось еще загрузить нам 3 пачки. Сейчас идет обсуждение, как их поставить, чтобы не было тяжело сильно, чтобы груз был распределен равномерно и правильно. Ну вот, осталось нам 2 последние пачки. А наш монстр-то оказался веселеньким. Он стоит просто на булыжнике, на хорошем таком, на бетонная плита или что-то там такое, без автомобиля, снят с автомобиля. И год рождения его сказали 1981. А поднимать он должен порядка 5-7 тонн. А поднимает он не знаю сколько. У него, вон, видите, уже стрела наверху, я не знаю, видно или нет, но она уже так слегка загнулась. Вот кричат, давай. Вот вы слышите. Слышите крики. И готово. Стоит еще один палет. И сейчас мы загрузим последний, потом выйдем, зацепим все ремнями, затентуемся. Ну, может быть, даже сниму, посмотрим. Сейчас я вам последнюю пачку сниму, как они ее будут заталкивать. Сейчас грузится последняя пачка. Немножко неудобно, тесновато. Наш монстр работает, как ни странно. Вот так вперед, ребята пытаются поставить, заткнуть ее туда. Беру последнюю пачку. Очень аккуратно, давай, чтобы не задеть борта, чтобы ничего не повредить. Все очень сложно. И снимай вперед! Вот вы слышите, наш веселый текелажник дает указания. Стрелой вперед! Вниз. Ну, сейчас, наверное, все получится. Вниз, грузом! Ну вот, чуть все свершилось, сделай. Пачка стоит, тропы расцеплены. Убирай. Все в порядке. Говорит, работают профессионалы. Помаши ручкой. Как
Говорит, работают профессионалы. Сейчас немного неудачный груз получился. Ребята его чуть-чуть переставят, и все будет в порядке. Монетки выезжаем, едем по промзоне. Вон, видите, тут везде краны, такое все. Все, лес, камень. Ну, Урал же это, здесь больше такого особенного ничего нет. Лес да камень. Ну, спасибо за внимание. Смотрите наши ролики, ставьте нам лайки. Напишите в комментариях, как я вам осветила этот ролик. Мне будет приятно узнать. Может быть, хорошо, может быть, плохо. Дизлайки мне тоже подойдут. До свидания. Едем с Екатеринбурга. Опять очередная авария. Мать я за ногу, елки-палки, на ровном месте. Че тут опять? Война, что ли, была? Что-то все, вон, блин, разодрано по боку, кто-то ему расцарапал, а где все остальное? Бак пробитый, все там. А это вот этот, наверное, его поцарапал, раздолбашил. Потому что больше нету никого. Солярка все там, это... Блин, а что менты-то тогда, елки-палки? Это солярка по асфальту течет, все, солярка вылетит. Пожарную не бывает, не вызывают. Кто смывать-то будет? Вот такая вот тут опять оказия.